канале Элинка ТВ. Сегодня я распаковываю джампера. Да, всем привет! Сегодня у нас очередная распаковка джамперов. Необычная в парке на Сигвее. Ну, мы не будем Сигвеем распаковывать, потому что я тут учусь только, поэтому все, пока. Сейчас Эля приедет, будем распаковывать. И посмотрим, какие же футбольные джамперы попадутся нам сегодня. Пошли распаковывать. Интересно, какие же джамперы нам сегодня попадутся. Вот это все мои. Да, вот эти вот у нас уже есть в коллекции. Сейчас будем смотреть, кто же нам сегодня попадется. Это первый. Кто же? Повторочка или нет? Новые? Новенький. Давай посмотрим, кто это и как его зовут. Вот, это Скалли, да? Это Скалли. Ой, джампер по имени Скалли. И следующий. Кто же попадется следующий? Как ты, Эля, думаешь, сегодня будут все разные? Опять новенький? Да. Классно, ребята, опять новый. Новый. Да. Давай поищем, а где он? Смотрите, у него вверх ногами лицо. Вот он, да? У него вверх ногами лицо. А, ребята, так он и называется, знаете как? Рот наоборот. Показывай. Ай, рот наоборот. Вот такой вот рот наоборот, кстати, лицо, смотрите, вверх ногами. Как вот этот вот джампер прыгает. Попрыгушка. Ты смотри, чтобы у нас мусор не разлетелся. Это Фредина его зовут. Да, твой любимый, да? Да. Следующий. А я хочу себе... Ребята, напишите, какие джамперы у вас есть из магазина Гиппо, а каких нету, и какие ваши любимые. Вот это вот я хочу. Бачка. Такого хочешь? Эля очень хочет ботаника. Интересно, попадется ей сегодня ботаник или нет? Напишите в комментариях скорее, попадется ботаник или не попадется. Что такое? У Эли не получается, но, наверное, новенький. Давай, давай, побори его. Нет. У Эли не получается, сейчас папа попробует. Я другого, давайте. Все, я уже помог тебе. Давай, кто же там? Вау! Эля сказала вау, и это получился у нас кто? Вот. Скажи, я давай посмотрим, как его зовут. Точно. А вообще такой красивый. А, так и зовут его Милашка. Джампер Милашка. Прикольное название это. Кто это? Повторка. Повторочка, ребята, первая повторочка. Но Эля не расстраивается, правда? Так нет! Вот, смотрите, ребят, я вам покажу, где Алисин, где мои. Я вам покажу, что я... И, ребята, вы знаете, что у нас только один, а надо для еще одной. А для точно, для Алискиной коллекции, точно. Да, но у нас, так как у нас джамперов очень много, мы сделаем конкурс на них, потом на повторочки, я на наши, да? Да, повторочку мы поставим отдельно. Давай. И следующий джампер. Ну и что, что повторка? Все равно не классные. Есть конкурс. Да. О, открыла. Кто это? Какой-то злюка. Злюка какой-то, покажи нам его. Вот. Стой. Вот он, какой-то злюка. Давайте поищем его здесь. Вот он. Злыдень, правильно, Эля угадала. Смотрите, его зовут Злыдень. Пока у нас за сегодня только одна повторочка, и уже, подожди, Элечка, подожди. И у нас уже 10 разных и одна повторочка. Да! Новенький? Да! Классно! Вот он! Это, ребята, знаете... Не он. А, не он, я думал, это Ворчун. Наверное, вот. Вот. Или вот. Это Лаки. Лаки. Да, вот здесь. Это, ребята, Лаки. Вот так, смотрите, мы сегодня распаковали. Сколько, Эля? 6 штук. И нам попалась только одна повторочка. Ну, это вообще замечательный результат. Правда, Эля? Из таких много, только одна повторочка.
Так что будем потом еще раскрывать. У нас еще много-много джамперов. И мы будем с ними играть, вам показывать. А вы обязательно подписывайтесь на канал. И ставьте лайки. Пока. И всем пока-пока-пока.